Всем привет, дорогие зрители! С вами снова Агаси из солнечной Алании. Я сегодня нашел грандиозный проект именно города Алании. Самую большую, самую просторную и самую красивую, можно сказать, квартирами в районе Махмутлара. Тут проект называется Paradise Hill Resort, вы уже видите. Расстояние до моря максимум 1700 метров. Находятся открытые парковки здесь. В этом проекте у меня продаются две квартиры. Одна в блоке Е на 7 этаже по турецким меркам. И одна в блоке А на 9 этаже по турецким меркам, а по российским 10 этаж. Там очень грандиозный вид. Не сворачивайте, не закрывайте окно. Смотрите до конца. Квартиры продают мои близкие друзья. Начну я съемку. Значит, вот здесь такой вход. Здесь парковочные места для мотоциклов. Состоит она из 5 блоков. 1, 2, 3, 4, 5. Как видите. Отсюда есть проход в другой блок. Там же, также там есть парковочные места. Тут у нас огромные бассейны. Есть водопады. Сейчас просто они не включены, так как включается днем, как мне сказал друг мой. Я просто пришел вечером снять закат. Какой тут грандиозный вид по вечерам, вы сами увидите. Вот такой здесь просторный, ухоженный сад. Смотрите. Просто вот такой вот здесь водопады. Вот это водопады, оттуда... Значит, здесь инфраструктура находится в блоке Е. В том блоке у нас расположен крытый бассейн, теннисный стол, сауна и там еще есть римская паровая комната, массажный кабинет, ну, сами увидите. В том блоке игровая зона, я туда не поднимусь, потому что там лесенки вверх. И у меня квартира продается в блоке Е и в блоке А. Короче, инфраструктура вся находится в этих трех блоках. Там теннисная площадка. Сейчас поднимусь вверх и покажу. Ого. Я сам был в шоке. Я пока поднялся, спустился, посмотрел, потерял много времени. Тут очень удобно, как бы, есть у кого есть машина или есть велосипед. Самый максимум можете купить электрический мотоцикл трехместный. Так его продают. Вот там водопад кое-как работает, но там шикарный вид с водопада. Есть ресторан, снизу кажется ресторан. Вот-вот. Там детский бассейн. И это огромный просторный бассейн такой. Очень просторный сад. Шикарный вид. Детская игровая площадка, вот. Пойдемте дальше, там у нас... баскетбольная площадка, мини-футбольная площадка, но кто как хочет, так и пользуется. Не-не-не, здесь мини-футбольная площадка, оказывается. Здравствуйте. Вот, футбольная площадка. Позади футбольной площадки теннисный корт. И также баскетбольная площадка. Вот тут все водопады. Сегодня 31 градуса тепла на данный момент. Сейчас почти 6.30 время, вечер, 18.30. Вот тут эти водопады все работают. Отсюда два входа в этот мини-парк. А я поднимусь с этой лестницы. Как-нибудь спущусь оттуда вниз. Угу. Балкон очень просторный. Представляете, 160 квадратных метров одна квартира, 166 квадратных метров вторая квартира. Сейчас, которую я буду снимать, она 166 квадратных метров. У нее не такой вид, и цена очень хорошая. Здесь квартиры дорогие. Но у этой эксклюзивная цена, а как срочная продажа. Вот такое здание. Угу.
Беседка, зона отдыха, барбекю, все присутствует в этом проекте. Оттуда дальше можно подняться в другой блок. У этого блока два входа. Один с передней части, один отсюда. Ага, вот здесь также есть. Справа от меня, я сейчас вернусь туда, там крытый бассейн. Хочу показать верхний бассейн. Здесь свои горки. Аквапарк вот такой интересный. Типа из гор сделали аквапарк гномиков, типа такого. Мостик есть. Сами оцените, что больше мне говорить. Я в восторге от этого проекта. Городок в городке. Вот такое у меня представление о этом проекте. Тот блок я подниматься уже не смогу. Извините, дорогие зрители. Кому интересно, отдельно могу сделать по WhatsApp или там по Viber онлайн-показ. Сейчас покажу крытый бассейн. Там освещение на данный момент не работает. Вот такой огромный крытый бассейн. Надо как-то приехать сюда искупаться. С другом поговорю, если не продаст квартиру. Так. Вот, пройдемтесь дальше. Здесь у нас душевые кабинки. И здесь с освещением проблем у нас. Значит, здесь сауна, просто дверь закрытая. Они не пользуются, так как из-за пандемии дверь закрытая. Не могу открыть. Покажу турецкую баню. Вот это турецкий хамам. Тут лесенки. Вот такой турецкий хамам. Есть солевая комната, steam room. Вот солевая комната, просторная, не маленькая. Также здесь впереди, ну, здесь душевые кабинки, вход отсюда. Я вернусь сюда, покажу игровую зону. Тут теннисный стол. Угу. Вот тут теннисный стол, типа лобби, мини-бар, но не функционирует. Вот так. Мы пройдемся к квартире. Вроде сказали мне, что вход присутствует также прямо отсюда. Вот такой лифт с музыкой. Я поднимусь на 7-й этаж. Вот так нажмем на 7-й. Поднялись на 7-й этаж. А вот здесь такая лестничная площадка. У нас тут вход в эту квартиру. Вот такая здесь прихожая, не маленькая. Закроем дверь. Вот встроенный шкаф. Вот такой он глубокий. Вроде ремонт есть. Ну, можно потратиться, слегка отремонтировать. Здесь у нас кладовка. Вот такая кладовка. Стиральная машинка установлена. Система комби. Счетчики тут. Закроем. Значит, мы начнем именно со спальни, а потом пройдем гостиную часть этой квартиры. Значит, с этой стороны у нас детская спальня, просторная, не маленькая, как вы видите. Вот стоит шкаф. Высота потолков 2,70 сантиметров, 270. Видите вы, отсюда проект также Азура Парк. Далеко от этого проекта. Вид на горы. Квартира просто бомба, но другая еще бомбее, чем этот. Значит, мы выходим с детской спальни и входим в родительскую спальню. Здесь вот такой санузел.
Вот. Тут, кстати, я покажу. Сухая, тут сосед, наверное, воду открыто оставил, и она протекла. Тут нужно сделать ремонт. Но она сухая, не мокрая. Наверное, был какой-то потоп от соседа. Такое бывает. Вот такая такой просторный санузел. Здесь спальня, наша хозяйская спальня. Также, собственно, выход на балкон. Стоит платяной шкаф, шкаф-купе, кто как называет. Есть кондиционер старый, но нужно поменять, поставить энергосберегательный какой-нибудь. А++ или 3+. Выйдем на балкон. Здесь вроде с отделкой проблема. Есть какая-то сырость. Наверное, отсюда пропускает. То есть нужен ремонт. Легкий косметический ремонт. Вот такой просторный балкон этой спальни. И вот такие виды панорамные прямо с балкона этой квартиры. О, смотрите, как красиво все. Эти бананы плантации, наверное, когда-то что-то построят. Но хочу отметить, что вид на море не закроется. И вид на горы не закроется. Вот. Пройдемте дальше. Закроем дверь. Угу. Пришли к прихожей. Слева от меня у нас главный санузел. Он очень просторный. Здесь потопа ничего нету. В порядке. Угу. Теперь самое главное. Гостиная часть этой квартиры. Просто вау, она такая огромная, что не знаю, откуда снять. Давайте я сниму с этой стороны. Продается с мебелью и бытовой техникой. Вот. У нас также есть отдельная кухня. Она почти отделенная. Но можно также полностью отделить. Но смысла не вижу. Можно так оставить. Так тоже очень удобно. Столовая также здесь. Вот. Вот такая квартира. По очень хорошей цене. Цену скажу на балконе, на главном балконе этой квартиры. Оборудование Siemens. Siemens, так, духовка. И вытяжка Siemens. Плита тоже Siemens. Можно что-то много поменять. Посудомойка фирмы Profilo. Доводчиков, наверное, уже нету. Нет. Так как проект был сдан в 2008 году. Выйдем на балкон, чтобы подвести итог о этой квартире, а потом я пойду снимать другую квартиру, видовую этого проекта. Вот такой просторный балкон. Выход с гостиной, как вы видели. И вот такой тут вид на весь этот проект. Вот. Я не мог показать вам снизу, как все выглядит. Отсюда еще лучше все видно. Тоже неплохой вид, что сказать. Есть люди, которые желают именно видеть бассейн. Для тех, кто ищет вот такой вариант. Вид на море, вид оттуда на море, видите, кусочек моря видно, и вид у нас отсюда есть, кусочек. Хочу подвести итог о этой квартире. Квартира находится на 7-м этаже в блоке Е, 166 квадратных метров, продается с мебелью и бытовой техникой. Цена этой квартиры 84 500 евро. Торопитесь. Цена очень хорошая. Здесь высокие цены, как мне сказали мои товарищи по недвижимости. Есть еще одна квартира, которую я сейчас по ходу вам покажу. Но цену мы будем обсуждать
на месте. Потому что друг мой сказал цену не оглашать. Там просто вид обалденный. Я иду дальше, спущусь вниз и пойду к блоку А. Дорогие зрители, я спустился вниз и иду к блоку А. Хотел отметить, что Айдат у этого проекта 250 лет. Просто для такого проекта это вообще копейки. Решать вам. Тут с транспортом, уже я сказал, можно решить проблему. У всех вот там велосипеды, мотоциклы у кого. Можно купить трехколесный электрический мотоцикл. Прав не требуют. Есть которые требуют права категории Б. Ага. Вот видите, сколько велосипедов стоят тут. Значит, мы поднимаемся на 9-й этаж по турецким меркам. А по российским это 10-й этаж. А здесь вот такой проход. Вызовем лифт. Лифт пришел. Поднимаемся на 9-й этаж. Это блока. Прибыли мы на 9-й этаж. Здесь пожарная лестница присутствует. Как же видите, да, везде мрамор. Пойдем в квартиру. Вот такая тут прихожая. Тут прихожая по-другому. Другого типа план. Здесь я включу счетчик. Ага, вот более-менее стало лучше с освещением. В той квартире было отключено электропитание. Значит, здесь у нас присутствует кладовка, встроенный шкаф, как вы видите. Закроем дверь. Тут стоит у нас встроенный шкаф. Закроем также дверь кладовки. Угу. И пройдемся по квартире. Сразу напротив дверей расположен у нас санузел. Вот такой просторный санузел. Ремонт не нужен. Можно переехать, обставить кто как хочет. По любому интерьеру там даже можем помочь вам с выбором дизайна. У нас есть дизайнеры, также я сам занимаюсь этой деятельностью постпродажным. Посмотрим, где что у нас. Значит, я просто про интерьер много не разговариваю в роликах, так как нам нужно быстренько снять короткие ролики. Вот такое у нас это хозяйская спальня и хозяйский санузел. Отключим. Спальня хозяйская. Кстати, хозяин сказал, что он продает этот велосипед, а квартиру дарит в подарок. Вот такая у нас тут продажа такая интересная. Спальня очень просторная. Эта квартира 160 квадратных метров. Та была, которую я снимал, 166. Откроем занавеску и покажу я вам вид с этого балкона. Просто вау. Здесь тоже просторный балкон этой спальни. Вот это родительская спальня. Дорогие зрители, вот та квартира, о которой я вам говорил. Вот этот вид, который никогда не закроется. Море вот оттуда до крепости Алани. Все видно. Даже сейчас закат. Постараюсь сейчас показать. Вот, крепость Алани. Сами оцените эти панорамные виды. Также есть отсюда вид на соседние здания и на горы Торос. Пройдемся дальше. Здравствуйте. Левее от меня дополнительная спальня, скажем, детская спальня. О! Тоже такой же вид. Вот. Видно море, видно крепость. По вечерам там шикарный вид, сами знаете. Вся крепость освещается. Очень
хороший, интересный вид. Спальню тоже увидели вы. А теперь пройдемся в гостиную комнату. Вот это у нас гостиная комната. Ага. Вот такое освещение. Ну, здесь можно поменять, поставить какую-то светомузыку, обставить, аксессуары всякие. И квартирка будет конфеткой. Она так на данный момент пирожок. Но если хотите сделать конфеткой, нужно потратиться. Отдельно кухня. Также здесь можно закрыть, а можно и оставить так. Здесь можно проветривать, так как есть окошко справа от меня. Бытовая техника Siemens, вот холодильник, духовка. Здесь плитка индукционная фирмы Siemens. Отключил. Отключим. Стоит также вытяжка Siemens и посудомойка Siemens. Столешница у нас мрамор. Вот есть окно, можете проветривать. Квартира сквозная, с двух сторон открыть двери, и можно даже не пользоваться кондиционером. Вот это главное, балкон гостиной комнаты. Тут тоже отличный вид, неплохой. Вот тоже здесь просторный. И вот такой вид на весь бассейн, на теннисный корт, футбольная площадка. Тут есть два входа. Один оттуда, вот, и один, откуда я вошел. Вот такой проект. Вид на горы. Хочу подвести итог об этой квартире. И, а то я уже подвел итог. Квартира 160 квадратных метров, 2 плюс 1 обставленная. Этаж здесь 9 по турецким меркам, 10 по российским меркам. Вид отсюда вы видели, прямо видит крепость Алани и весь берег до Махмутлара, до конца Махмутлара, от крепости Алани до Махмутлара. Цену я не буду говорить, так как хозяин, друг, попросил. А если будет конкретный покупатель на эту квартиру, мы сядем за стол переговоров и обсудим цену. Он также подарит тот велосипед, который вы увидели в этой квартире. Айда 250 лир. Цена выше той цены, которую я уже снял. Заранее вот это скажу.